Благослови душе моя Господа, благослови еси, Господи. Речи Господь. Слышасти, я куречено бы с древним, не волжу кленявшейся. Воздай же, Господи, веклятве твоя. Аз же глаголю вам, не клятися всяко, ни небом, яко престол есть Божий, ни землею, яко поднож есть нога Моего, ни Иерусалимом, яко градость Великого Царя, ни же главою Твоей клянися, яко не можешь, и власы единого белой или черно сотворити. Буде же слово ваше ей-ей-ни-ни лишь же сие от неприязни есть. Слышите яку речена бысть, око за око и зуб за зуб. А же глаголю вам, не противитесь злу, но аще тя, кто ударит в десную твою ланиту, обрати ему и другую. И хотящему судитесь с тобою, и риза твою взять и отпусти ему и срочицу. И аще, кто тебя поймет, по силе поприще едино, иди с ним два. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня 2 апреля, вторник, и мы с вами читаем Евангелие от Матфея, главу 5 с 33 по 41 стих. И сейчас давайте с вами откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. Сказал Господь: Еще слышали вы, что сказано Древним: Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы Твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она под ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. да будет слово ваше, да-да, нет-нет. А что сверх этого, тот лукаво. Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Вот такие в английские строки сегодня мы с вами слышим. Господь обращается к иудейскому народу, причем, что еще надо вспомнить, там ведь были не только ученики его, и были не только те, кто желал быть учеником его. Хватало и людей, очень скептически относящихся к словам его. Были фарисеи, здесь и книжники, и садуки, скорее всего, были. Это вообще всякого народа. Тут ведь, в общем-то, и Каперном недалеко, и еще тут, недалеко, небольшой город от этой горы блаженств находился. И вот все они были воспитаны в привычном для себя таком мировоззрении, во взглядах на жизнь. Да и вот, кроме всего прочего, то, то, о чем сегодня здесь Господь и говорит сначала, Он сказал, сказано древним, не приступай к клятве, как написано там в законе, да не вложу, клянешься. Да, то есть, естественно, если ты клянешься Богом, ты должен тут же исполнить то, в чем поклялся. То есть, естественно, если ты, поклявшись Богом, нарушаешь свою клятву и не делаешь то, в чем поклялся, то, естественно, это является таким очень тяжелым грехопадением. Для чего вообще люди клятвы не используют? Использовали, ну, возможно, и будут использовать до конца времен. В какой-то степени, ну, во-первых, это для того, чтобы придать вес и силу своим словам, когда говоришь. А для чего надо да придать вес и силу словам? А потому что нет доверия друг к другу. Ведь смотрите, вот Господь сегодня говорит, пусть слово ваше будет да-да, нет-нет. Если бы было вот так, если бы были приучены жить в таком настроении, для чего бы нужны тогда клятвы? Если сказал да, то что значит да? Сказал нет, вот, ну тогда и нет. Но проблема в том, что мы не живем часто так, как говорим. Сейчас человек говорит да, а поступает нет. И наоборот, сказал нет, а поступил да. Вот для этого порой люди, чтобы доказать свою правоту, привлекают очень много каких-то таких вот утяжеляющих слов, в том числе и клятв, в том числе клятв, связанных с Богом. То же самое это было да, и вот у иудеев тоже в какой-то степени да, есть некое такое следствие повреждения человека, как и недоверие, да, и несоответствие жизни со словами. Но вот было, было сказано, что все-таки, если ты клянешься, клянешься Богом, то уж вывернись наизнанку, но ну, это дело сделай. Но это ведь тяжело. А порой ведь хочется людям что-то доказать, хочется слово свое вот, вот так вот поставить. И тогда, в общем-то, и приучились людей к тому, что, мол, Богом кляться не нужно, потому что, ну, дабы не быть ответственным. но ну, а всем остальным вроде как бы и можно. Вот здесь Господь, ведь Он не зря эти примеры здесь привел, говорит, что не клянись там, не клянитесь небом, не клянитесь землей, не клянитесь Иерусалимом, потому что, видимо, этим всем клялись. Думает, что это будто бы, если поклялся Иерусалимом, то и нарушишь, чего страшного нет. Не Богом же поклялся. Господь говорит, что все, что в мире есть, но с Богом связано. Все, вы всегда пред Богом находитесь, всегда все ваши слова Богом слышатся. Ты человека можешь обмануть, но Бога ты не обманешь. А если ты желаешь человека обмануть и готов обмануть, и настроен обмануть, ну что же это происходит? Ты в свое сердце вносишь разрушение в самого себя, в свою собственную жизнь. То есть, получается, эти слова, которые сегодня мы слышим, это призыв Господа вот к какому-то такой прямоте жизни. Не к лукавству, а к прямой жизни. Что действительно, если ты живешь честно, то тогда тебе нет проблемы сказать да и сказать нет ты готов отвечать за свои слова, то что твои слова не соответствуют твоим поступкам. А если не соответствуют, тогда что ж? Тогда что прок от тебя от клятв? Тогда ты только перед Богом можешь значит, такой лжец в какой-то утяжеляющей степени. Не значит это, что не надо кляться, что вот если вот здесь Господь сказал, не клянись вовсе. Не накляться кляться именно вот в таком настроении. В нашей жизни есть вещи, где действительно есть клятвы. Да, там, вот, например, человек прошел в армию и присягу, например. Приносит. И он свит, он клянется защищать Отечество, быть таким вот верным сыном народа своего и так далее. И это, в общем-то, и хорошо, и нужно, и важно, чтобы вот такой настрой был тому молодого воина. И еще какие-то клятвы. Все это есть оно. Но вот когда клятва связана с лукавством, ну что ж, ну что хуже можно тогда придумать. Вы слышали, вы слышали сказал Господь, что сказано, око за око и зуб за зуб. Здесь говорится о неком законе месте. Но это не значит, что теперь этот закон призвал к тому, что вот давайте будем глаза выбивать, зубы выбивать, там, если какое-то повреждение. Не для этого закон был установлен, а для того, чтобы, наоборот, остановить зло. Что получается, человек, который собирается нанести другому ущерб, он из-за страха наказания, страха того, что у него то же самое могут потом взыскать, он мог остановиться и не делать по, там, скажем, страсти гнева. Вот. а смотрите, чему Господь очень говорит, что я говорю вам не против все злому. Вот удивительные слова, удивительные, потому что для человека не просвещенного светом Христовым могут показаться мало того, что тяжелыми, еще даже где-то жестокими. Вообще, что значит не против все злому? Всегда ли не нужно противиться злому? Здесь говорится о вот этом личном отношении к человеку, который тебе творит какую-то наносит какую-то обиду который наносит тебе какой-то ущерб, именно вот об этом. Это не значит, что теперь мы не должны останавливать зло, не значит, что не должны там какие-то органы власти там работать, чтобы остановить там, преступность или так, далее, и так далее и тому подобное. Нет, здесь говорится о личном отношении, что для тебя человек важнее вот так вот с терпением принимать то, что происходит, доверяясь опять же Богу. Как еще на Писании написано, слова от имени Божия сказаны, «Мне отмщение я воздам». Туда, что человек не старайся мстить, не делай этого, дай мне возможность все поставить на свои места. И вообще то жизнь показывает, что тогда, когда человек вот именно вот так вот не сопротивляется злу в своем сердце, не в плане, что он соглашается с грехом, а он не мстит за зло, которое он наносит ближний, если вообще говорится о отношении между людьми. Если человек вот так вот со смирением и доверчивостью к Божьему промыслу относится к ситуации, то в итоге видит, как очень скоро Бог все действительно расставляет по своим местам. Да Бог по ругам не бывает, и действительно Он знает все. Знаете, как говорится, что Бог ему судья. И вот это вот правильно. Вот так вот оно и должно быть. Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. А что это значит, ударить тебе в правую щеку твою? Ведь, в общем-то, если люди в большинстве своем правши, то, знаете, удар, нанесенный, там, скажем, кулаком, по лицу человека, это ну как, это в левую щеку будет получаться, а тут вправо. Здесь говорится об такой пощечине, которая является символом унижения человека, об оскорблении здесь говорится. Спаситель здесь говорит о том, что кто оскорбляет тебя, опять же, не отвечай ему зло на зло, не оскорбляя в ответ. А вот так вот с крутостью отнесись к этому делу. Да, то есть будь настроен всегда на то, чтобы с терпением относиться к всему, что происходит. Опять же, исходя из, не из того, что да, происходит некое попустительство, там, зло, не из того, что ты там слабый, молодушный. Нет, а из того, что опять же ты нашел в себе силы довериться божественному промыслу. Ты нашел в себе силы доверить Богу свою жизнь. Что, то есть Господь, Он сам за меня отомстит. Он сам, опять же, скажем, все расставит на свои места. Вот для этого нужно очень много сил. В плане, знаете, порой люди говорят, что христианство это религия таких людей слабых, да, что говорится о смирении, они справили не злу, да тебя ударили в щеку, поставь другую. А ты попробуй так вот себя вести. Знаете, легко терпеть зло тогда, когда обидчик тебя сильнее в 10 раз. Или когда больше. Конечно, можно рассуждать, что, мол, что я могу сделать? Да вот деваться некуда, вот терплю. А ты попробуй потерпеть обиду того, кто тебя слабей или от того, кто у тебя в подчинении, например, находится. Попробуй, потерпеть. сколько сил надо совладать со своим гневом, совладать со своим самолюбием. А вот здесь Господь к этому призывает, что научись, научись этому. Кто захочет судиться с тобой, взять тебе рубашку, дай ему верхнюю одежду. Кто принудит тебе идти с ним один путь, да иди с ним в два раза больше. Но здесь опять же именно вот об этом говорится, что всегда будь настроен на лучше тебе самому отдавать, чем получать. То есть будь готов чем-то даже больше, лучше расстаться, лишь бы мир сохранился, чтобы не было вот этого зла. Потому что зло, оно исправляется только добром. Агрессия, она исправляется только кротостью, и никак иначе. Вот такой Евангелие сегодня мы с вами слышали, братья и сестры, читали мы Евангелие от Матфея, главу 5, с 33 по 41 стих. Благословение Господне да пребывает со всеми нами. Alleluia 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 laus tibi